Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, это вам. Здравствуйте. Меня можно снимать. Что такое? Вкуснейшая колома. Нет, это специи, это очень вкусно. Почему? Не знаю. С диском сразу. Яма начинается пускать. Сейчас, тише. Это мама заблокировала Лере телефон. А у меня нету телефона. Ладно, давай я зарядку принесу. Сейчас папа. Сейчас тебе свой, да. Вы туда к машине, да? Да, я зарядку возьму. Да, главное ухо ей не наступить этой кошке. Свет включи, Денис, там свет, или он горит? Неудобно. Мам, покажите тете Наде свою спальню, комнатку маленькую. А то она только по видео видела. Какая-то молодец, девочка. Умница. Помощница, да, маме? Что-то ты их слишком худые какие-то нарезал. Это Рушан. Это говорит. Я говорю, ты их какие-то слишком худые нарезал. Он говорит, это Рушан. Я знаю, где у мамы есть что? Что-то для тортика. А вот здесь смотрела? Есть рот для тортика. Для тортика есть рот. Началась? Да? Померить температуру надо? А вот ванна, смотрите, какая. Вот она маленькая. Да удаленькая, все хорошо. Там большая. Ну, я не знаю, что я хотела знать. Везде. Нет, только сзади. Открывается, дверь с конца ломается. Но это может быть вода, потому что, да? Это маме. Нет. Ты домой заберу. Домой заберешь, да? Мне очень нравится вообще такая кухня, например. Вот эти ящики очень удобные. Они прям такие мощные. Я все такие ящики сделала. Я просто нигде ни на кого не подгоню. Вообще. Хочу одеть. Я хочу собаку кристина посмотреть наконец-таки. Что ты хочешь? А почему вот эта собака кристина? Нет, Денис не сделал. Она, может, что-то там покрасилась я чем-то? А, нет, это просто тряпки. Я буду кушать вот эту. Это не тебе. Ты ее облакала все, да? Маме, дай. Диан, Рушану дай. Мама уронит. Диан, возьми тортик. Ой, Рушан, возьми тортик. Мама уронит. Или папа на тортик. Видите, у меня вон там все цветы. Как кубанцы, теперь я поняла, что вы имеете в виду. Ну, я имею в виду, что если красивый семье нравится, то ей говорю, что не нравится. Иди, Катерина, посмотри, как там мы делаем летний домик. Только не споткнитесь. Там доски. Там свет есть. Вот видишь это? Наш пилот говорит всем, скажи привет. Приехали от мамы. Мама, как обычно, вручила торт, который мы покупали. Она нам его вернула. Катрина покупала с Денисом в Пятерочке. И здесь, что здесь. И вот что здесь. Вот так вот. Лерочка осталась у мамы с Кристиной. Сейчас мы немножко попозже, через полчасика, они там порядки наводят. Ну, со стола убирают, посуду моют. Лера
Говорит, я помогу, останусь. Умница, да, наша Лерочка? А мы приехали домой, попозже поедем уже отвозить Кристину. Лера хочет познакомиться с Кристининными собаками. Хочет с ними поближе познакомиться. Она уже записывается. С чего это вдруг нет? Кто это? Боже мой, пилот! Рушан, закрой двери! Хотите, хотите к маломуткам? А, познакомить его? Да. Не надо, ты же, вы что? Он по Лизе соскучился, он говорит, отвезите меня к Лизе. Пилотик, мальчик мой. А плохо руку давали? Это вы писавшинку. Не знаешь такую штуку? Только, пожалуйста, не чуди. Никогда некому спать, где-то около рядом. Лиза, кто, жених пришел? Сейчас мы здесь бардак наведем. Пилотик, иди ко мне. Не надо, сейчас почишь, что мы будем. Нет, он этот скорпиончик. Ой, Лиза. Где ты, Лиза? Пилотик. Почему? А собаки не съели. А папа это? Вообще, я на кузе, то разве собираете? Не даете, что собираете? Не даете, что собираете? Я собираю. А, да, кстати. А ты что, язык высунул? Лиза. Я даже дверь вижу. Так. А то я вижу. Лиза, запрыгивай. Давай, Пилот. Поехали. Поехали. Я хочу больше собаки. Ее собаку потискать. Собака спина, скорее всего, потискает. Лера, будешь вся грязная. У нас тоже собака была. Мы когда в дом тут езжали, у нас была большая. У тебя собака была. Она тебя не знает. А это медведь. Это не собака, это медведь. И что у нас тоже большая была? Я на собаке Саши, которую дом нам подарил, и она не каталась, мы вместе с ней спали. Она Лера, Лера, послушай меня, пожалуйста, внимательно. Это все понятно, я понимаю, тебе хочется, но видишь, Кристина тебя очень любит. Не, мы поедем, она посмотрит. Они все равно будут. Мам, давайте мы вам поможем посуду помыть. Мама не дает. Я свою посуду никому не доверяю. Все. Это я, ну это чтоб так это. Для свиньи. Да. А то сейчас будут писать, что мы опять сидим, а мама посуду моет. Мама, я вы ее постоянно не предлагаете. И что теперь? Мне в чем идти там? Не в чем. Я мамина. Ты мой золотой, ты мой мальчик любимый. Ой, а ты вообще любимая у меня. Я за меня спираю. Маргушенька спит там, да, спит Маргушенька, да, да. Все, мамульчик, мы поехали. Давайте. Спасибо. Пойдем, пилотик, пойдем сюда. Иди сюда, пилот. Пилот у нас неугомонный. Пилот, иди сюда. Диана, можешь там типа твоего позвонить маме? А что ты хотела? У меня авиарежим, я внутри здесь не могу. Мы сейчас все равно домой поедем скоро. Тебе сейчас зачем телефон? Я постигаюсь. Потом ты ее возьмешь, на WhatsApp скинешь, окей? Давай. Так, стоп, 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 Кристина, Кристина, Кристина! Мы его берем на руки. Ну, я забыла. Опа. Выключи воду, выключи воду. Ага, и еще раз включи колонку. Видишь, сразу тыкс. И сейчас она... Все горячее? Главное, смотри, не обожгись. Теплая, я не теплая. А меня заставили посуду. Не заставили. Тебя попросили, а ты моешь. Правильно? Ты согласилась. Я сказала, арбуз нужно мыть. А чтобы арбуз помыть, нужно помыть вот эти две тарелки.
Плюс пара ложек, плюс пара чашек. Ничего страшного. А, горячо. И, кстати, этот контейнер тоже твой. Ты его тоже должна помыть. Помою. Сейчас это такое, на руках остается. Помощница. 1000 рублей. 2000. 1000 рублей, я моего спасу, 2000 рублей. Помощница разбила, да, кружку? Ладно, ничего страшного. Главное, сама не повредила. Все, ничего страшного. Знаешь, что скажем? На счастье. Все? Главное, ты сама не нервничай. Мы сейчас вот эти осколки с тобой уберем. Все. Это на счастье, окей? Все. Самое главное, не порежься. Нормально все? Испугалась? Все хорошо. Че пугаться-то? Мама ругает за разбитую чашку. На, это на счастье разбилось. Ничего страшного. Купим другую. Можно? Она мне все равно не нравилась, не переживай. Это из нее пила. Да, она мне не нравилась. Мне приходилось из нее просто пить. Из нее можно сделать этот. Ее можно просто выбросить, зайка. Мы выбросим. Иди, сразу бросай ее, иди, чтобы она здесь глаза не мозолила и бардак не создавала. Выбросить? Да, в мусорку ее. Я не злюсь, почему должна злиться? Мы все бьем. Ты же нечаянно, ты же не специально ее бросила. Чем мне злиться? Ты просто аккуратненько, да, вот так. Не торопись, никто никуда не торопится. Просто ты арбуз очень сильно хочешь. Средство скользко, у меня руки скользят. Это не средство, солнышко. Это, знаешь, что это вода такая. Вообще, мужчина говорила, что надо сначала отделять всю посуду, подчиниться по труду, надо отделять всю посуду, потом сначала мыть ложки, потом... Нет, сначала кружки, потом ложки, а потом тарелки. Надо по-другому мучить. Жирное под конец моем. А еще говорила, что нельзя мыть эти... Ой, нельзя когда помыли протирать чем угодно, потому что остается пыль. А Айгуля всегда протирает. Угу. Так, когда время есть, я тоже протираю. Ну и желание, естественно. А мы дома ставим на полосник, у нас такая палас, и мы на него складываем и палас? Оставляем. Ну как это называется? Ну, короче, класс-сушилка. И мы оставляем, и она сушится. Угу. И дома посуду мою только я. Mm-hmm. Мама изредка её моет. Мама тут когда готовит. Мама приготовила сразу. Вера, иди посуду мой. Тебе уже 13 лет. Должна помогать. Далее. Должна. Видишь, а ты все наоборот помыла. Ты сперва помыла жирные чашки этой губкой, а теперь лезешь в кружки. Правильно? Вот все наоборот сделала. Вот учи, не учи ребенка в школе, да? Я скажу, я все сделала наоборот. Мы когда бутерброды готовили, у нас девчонки сначала положили два сыр, хлеб и сыр. У нас сейчас там так бомбило всех. Можно пенкой не мыть, они чистые. А в этом кофе. Просто ополоснуть. Что было? Кофе. Папа из него кофе. У меня соскальзывает с рук, все. Это не, ты просто торопишься, потому что ты хочешь арбуз вот, поесть. Смотри. Это я еще только держу. Не, смотри, реально. Потому это вода, да, это от воды. Сероводород. О. А у нас ему наоборот. Ты как эти руки намочишь, ты вообще не отлепишься от руки. Так что вот такие у нас дела. Вот такой у нас вечер. Ночью. У нас сегодня приключения уже были. Часов. Уже 35 минут 12. Так, но какой может быть арбуз в такое время? Что написано? Надо арбузе покупать. Не хочется ребенок арбуз. Я думаю, что вы писать будете. Давай я тебе его порежу. Лер. Ну,
Не балуемся. Лер, не балуемся. Не балуемся. Давай я тебе его помогу порезать, давай. Давай, это точно я помогу. Давай, ты мой, а я тебе порежу его. С мылом это не положил. Там я видела пилотик пипл. Пилотик у нас сука писит на улице. Так, давай его, наверное, вот на этой доске порежем. Ты еще контейнер свой забыла помыть, не забудь его помыть, окей? Да, сейчас помыть. Давай. Угу, теперь мой контейнер. Вот так вот. Хорошо, контейнер мой. Вот, смотрите, вот такой вот арбузик. АСМР. Все, всем приятного аппетита. АСМР. Тарелочку дать тебе? Давай, тарелку возьмем. Да подождите, АСМР. Ладно, давай тарелку возьмем. Бери тарелку. Угу, давай. Ножи туда в тарелку. Все мокрое. Да, заляпанное. Или знаешь, что можно вот просто вот так, давай дощечку тебе поставлю, все. Кушай, садись. Его сначала положить в это, чтобы на него мухи не садились. Мы его можно этим накрыть, пищевой пленкой. Там есть пищевая пленка, кстати. Есть? Да. Так. Стой, пищевая пленка. Это на черный день. На всякий случай лежит уже 100 лет. Пищевая пленка у нас там. Так, подожди, а какая у него свободность неизвестна? Не знаю я. У нас здесь такой, конечно, бардак, все заставлено. Где-то я тут ее брала недавно. Оу! Вот она. Ну, а 7-й? А это для 5-го. Ну, значит, мы уже говорю, уже пора выбросить. Не протухший, а пропал. А вот это же сухой паёк, у него нет срока годности. Может быть, что-то у меня прям нога, я не знаю, видно, нет на камеру, у меня она опухла внизу, кто-то укусил, а прям знаю, мощно делать. Болит. Я знаю, как нужно делать, чтобы нога не чесалась. Терпеть. Нужно холодную воду, нужно под холодной водой и помазать этим. На себя ножом не надо, аккуратно. Там нож какой-то тупой. Да ты ее рви, она порвется. Не балуемся. Не балуюсь. Так, теперь вот этот кусочек упаковываем. Давай. Так, выдвигаем. Угу. Пилот, расскажи всем, где ты ночуешь. Скажи, я ночую сейчас на кухне. Да? Потому что, скажи, ночью может убежать кошка, и я буду слишком громко лаять. Чё? Все, не надо много упаковывать, не надо. Давай, вот так вот обрезаем и все. Тише. Пока Лер упакуем, пока все разложим, уже время будет спать, а не рабу съесть, да? Поместился? Да. Молодец. Все, все, молодец. Теперь садись. Я... Все. А пахнет. Давай.